Здравствуйте, это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем наши врачебные консультации. Вот очередное письмо нашего зрителя. Вячеслав Владимирович, моему отцу 59 лет. Образование среднее. Всю жизнь проработал на рабочих профессиях. На данный момент находится на пенсии. Женат, христианин, крещен. Последняя исповедь была год назад. Жалобы тяжело дышать. Предполагаемая причина ⁇ курение. Обращался к терапевту, прошел медикаментозный курс лечения, тяжелое дыхание не ушло. Желаемый результат ⁇ избавиться от курения. Вот тоже такая очень распространенная проблема в наше время. Курение. Человеку 59 лет, и я могу предположить, что курит он с очень раннего возраста. И было бы странно, если бы у него к 59 годам не было одышки. Она закономерно должна обязательно быть у человека. Если человек систематически курит. И, конечно, здесь простые средства терапевтически ну, такого чудодейственного эффекта не дадут. И если у человека есть желание избавиться от этого пристрастия, от курения. Но ну, тогда, конечно, у него это желание может достичь своей цели. Но только нам нужно понять, с чем мы имеем дело. Мы имеем дело с наркотической зависимостью. Потому что никотиновая зависимость – это зависимость от наркотика никотина. Никотин включен в разряд наркотических веществ уже давно, и в классификации, международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения табакокурение отнесена, отнесена э, к разряду наркологических заболеваний и имеет свой определенный шифр и требует лечения. И давно уже используются различные медикаментозные, не медикаментозные методы избавления от этой наркотической зависимости. Никотин э, по сравнению с другими наркотиками – на сегодняшний день является самым смертоносным. Потому что от табака курения погибает людей гораздо больше, чем от алкоголя и других наркотиков вместе взятых. Я сейчас не помню цифры, но если сложить смертность от всех наркотиков, кроме никотина, и алкоголя, алкоголизма, то... Они не дотянут до той цифры, которую нам преподносит табакокурение, как причина смертности. И мы сейчас видим, что люди ищут избавления от этой зависимости и в церкви тоже. Но прежде чем человек придет в церковь, для того, чтобы целенаправленно избавляться от курения ему, конечно, придется поскитаться. Ему придется над, от этой страсти настрадаться. Потому что современному человеку понять, что то, что он делает, когда покупает сигареты в магазине и потом их курит, это наркомания. Такая же наркомания, как героиновая, такая же наркомания, как вот от курительных смесей, которые сейчас продают так легко всюду. И те наркотики, которые входят в состав курительных смесей не внесены, кстати, до сих пор в разряд наркотических веществ, а вызывают такую зависимость и такую колоссальную смертность и такую бесперспективность этих наркоманов для выздоровления, что просто диву даешься. Как раньше в советские времена говорили, куда милиция смотрит. Хочется так и крикнуть. А что касается табачной зависимости, то мы видим, ведь, что она мало чем на самом деле отличается от наркотической. Мы видим, что человек очень долгие годы покупает сигареты в магазине, несмотря на то, что уже сейчас на пачках сигарет пишут крупными буквами, черным, по белому, в черной рамке, курение убивает, курение вызывает необратимые заболевания в жизненных важных органах и так далее, и так далее, и так далее. Люди спокойно, без всякого содрогания покупают эти сигареты блоками и курят их. Конечно, не без сожаления, потому что страдать человек от табачной зависимости начинает рано, но все-таки он это делает. И если подойти к какому нибудь человеку, который купил только что пачку сигарет, и спросить его, ну, ты читал, что там написано? Ну, он скажет, читал. Ну и что? А ничего. Мы имеем дело с наркоманом. Поэтому он покупает сигареты не потому, что вот он купил колбаски и хлебушка, чтобы сделать себе бутерброд на завтрак. Вот так решил, это его свободный выбор. Пост кончился, можно позволить себе колбаски. Ну и решил, дай-ка я закурю еще. Вот бутерброд съем и покурю под кофе. Да не, это не его свободный выбор. Он вынужден покупать эти сигареты. И по большому счету мы имеем очень странную ситуацию. Когда наркотики у нас продаются в гастрономии вместе с продуктами питания. И считаются продуктами питания. А иначе чего бы они делали в гастрономии? Да, здесь обычная история, связанная с рыночными отношениями. Просто продажа табака приносит огромные прибыли всегда во все времена, когда люди начали европейцы курить, было замечено, что это дает, приносит большие деньги. Потому что люди очень быстро привыкают к табаку, не могут отвыкнуть, и на этом можно наживаться. И действительно, у нас на продаже табака наживаются те, кто занимается этим бизнесом. Ну, наверное, ничуть не меньше, чем продавцы других наркотиков, оружия и так далее. Поэтому они очень зорко следят за конъюнктурой этого рынка и стараются, чтобы никто туда не вмешивался, чтобы никто даже не подумал вносить никотин в разряд наркотических веществ и потом выдавать сигареты как инсулин больным сахарным диабетом рецептом. Тогда они потеряют прибыль свою. Нет, сейчас мы оказываемся вот как раз заложниками этих рыночных отношений, и о нашем с вами здоровье и нашей жизни, кроме нас, поверьте, побеспокоиться некому. Поэтому, конечно, человек, желающий избавиться от никотиновой зависимости, он должен понять, что он утратил самообладание он не может сам перестать курить. И ему требуется посторонняя помощь. И это не только и не столько врачебная помощь. Хотя врачи здесь тоже, конечно, нужны. Потому что в некоторых запущенных случаях без медикаментозной поддержки отказаться от курения, чтобы при этом не было осложнений и чтобы выжить, бывает уже невозможно. Бывают такие легочные осложнения, когда отказ от курения может вызвать легочную недостаточность, дыхательную недостаточность у человека, сердечно-сосудистую недостаточность. Такой будет серьезный стресс и нагрузка на организм. Но вот смотрите, какая какой результат желает достичь автор нашего письма? Желаемый результат ⁇ избавиться от курения. Казалось бы, так просто, ведь эта цель лежит на поверхности. Вот есть табачная зависимость, я курю, мне надоело, хочу избавиться. Моя цель ⁇ избавиться от курения. Так вот, оказывается, для того, чтобы избавиться от наркомании, в том числе и от курения, цель должна быть другой. Целью должен стать Христос. А избавление от курения станет побочным продуктом живого общения человека с Богом в церкви. Это проверено многими и многими людьми и в нашей стране, и в других странах. Те, кто захотели избавиться по-настоящему от курения. Курение как и любое другое пристрастие, должны открыть человеку его немощи, его общую неспособность жить и развиваться как личность, жить с пользой для себя самому, без посторонней помощи. Человек из опыта своего курения должен сделать такое величайшее открытие, что он без Бога погибает. Он погибает не от табака, не от водки, не от наркотиков. Он погибает от своего безбожия, потому что он не имеет общения с источником своей жизни. Он просто, как срезанный с грядки цветок, вянет. И что станет непосредственной причиной его гибели? Это вопрос такой, праздный и риторический. Главная, основная причина – всех человеческих бед и страданий, всех наших пристрастий и зависимостей это наше безбожие. Так вот, Бог попускает человеку пострадать от его свободного выбора, когда он решил курить, когда он решил пьянствовать, когда он решил употреблять наркотики, до тех пор, пока человек не смирится пока человек не захочет Христа как голодной пищи, как жаждущей в пустыне воды. Вот тогда станет возможным вхождение Бога в жизненное пространство человека и преображение его. Преобразить человека в той мере – какой он станет избавлен от зависимости, будет избавлен от зависимости, возможно только Богу, когда человек его об этом усердно и горячо просит, когда человек хочет изменить свою жизнь в принципе, когда он не просто хочет от какой-то болячки одной избавиться, а во всем остальном он себя считает вполне нормальным, вполне пригодным для жизни. А когда он понимает, что все его умонастроение, вся его парадигма жизни не выдерживает никакой критики, что так жить нельзя. Курение это только то, что на поверхности, то, что так вот воняет и себе, и окружающим. И просто вопиет о том, чтобы человек менял свой образ жизни. Но это не единственное, отнюдь не единственное, что требует изменения. И преображение в человеке. Так вот тогда, когда человек начинает просить Бога о том, чтобы Он изменил его целиком, полностью преобразил, возьми меня, Господи, и сделай со мной то, что ты задумал, вот тогда на этих путях возможно избавление и от табачной зависимости. И тогда человек перестает курить так, как будто бы он никогда не курил. И он поражается этому чуду. Оказывается, Богу так просто сделать человека свободным, что вся наша свобода, она во Христе. А Сын человеческий освободит вас, воистину свободны будете. В следующий раз мы продолжим разговор на эту тему. Я вам напоминаю о своих лекциях под названием «Школа православного самосознания» которая вышла недавно на 5 mp3 дисках, там 51 лекция. Вы можете заказать их по телефону в Екатеринбурге 219 71 21. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!